сказать мои вещи, которые мне понравились за март. Правда, март уже прошел. Ну что ж, а мы начинаем. Первая вещь, наверное, про такие штуки, как кольца для телефона. И у меня таких целых две штуки. Не удивляйтесь. Первое, это вот такие вот губушки. Очень прикольные. Они мне нравятся, и правда, они уже не клеятся. Следующее, это вот такой вот цветочек. Тоже вот такой вот поп-сокет, который я должна завтра. Следующее, это вот такой вот поп-сокет, который я должна завтра подарить моей подруге. Вот такой вот, он очень прикольный и удобный. И очень... Если честно, я его покупала именно в лагерь, чтобы не грызть свои ногти. И да, они очень удобные. Это вот такой вот наборчик дорожный, чтобы спрашивать ногти, вы их не грызли и хорошо за ними ухали. Следующее, это вот такая вот селф-палка. Она уже у меня очень-очень много лет. Я не знаю, но она у меня с осени. Она такая фиолетовая, очень удобная. Я ее возьму с собой в лагерь. Завтра еду на Вададариду. И мы будем там. Это вот такая вот расческа. Вы спросите, она очень-очень странная у тебя. Но мне так не кажется. Она очень хорошо расчесывает мои густые волосы. Очень хорошо. Это такая вот штука, которая без вот этих вот наколючек. Они железные, вот такие вот. Вот такой цвет. Шаблоны на брови. Они очень прикольные. У меня на зеркале были с ними видео. Они тоже очень крутые. Мне нравится. Вот такая вот расческа, тут разные такие вот штучки, то есть она тоже очень удобно расчесывает, правда мне неудобно. Вот, ой, зеркало вот такое вот, то есть это мой компьютер, зеркало, и сзади у меня дневник, я им уже практически не пользуюсь. Это были мои все видео, простите, то что короткое, точнее 4 минуты, я показала мои вещи, которые, ну, то есть маленькие мелкие вещи, которые я буду брать в лагерь и которые мне обязательно. Вот, и всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите, запишите, напишите мне комментарии. С вами была я, Полина, передаю привет Кате, Кате Силань, Кате Док и Ане Лайфблог. Ну что ж, я с вами прощаюсь, всем пока и встретимся.